Возглавляемые болельщики, прослушайте, пожалуйста, составы играющих сегодня команд. Хоккейный клуб «Макс», форма «Черного». Владимир Семенов, номер 20. Евгений Пинк, номер 27. Евгений Топлавский, номер 16. Михаил Жорин, номер 24. Олег Кузнецов, номер 99. Владимир Ковригин, номер 7. Владимир Юров, номер 4. Алексей Двуреченский, номер 8. Дмитрий Шалимов, номер 2. Евгений Силих, номер 69. Денис Жихарев, номер 17. Хоккейный клуб «Сенцова». Кирилл Пензенский, номер 25. Иван Иванов, номер 18. Денис Иванов, номер 22. Алексей Сотников, номер 7. Капитан команды Александр Губанов, номер 17. Кирилл Струхов, номер 8. Вадим Кани, номер 23. Андрей Грачев, номер 2. Дмитрий Адулов, номер 9. Денис Серебренко, номер 2. Михаил Богомолов, номер 14. Сергей Сигурский, номер 13. Павел Пазухник, номер 10. Сергей Невежин, номер 5. Максим Носов, номер 74. Главный тренер команды Виктор Николаевич Суслов. На сегодняшнем матче работает бригада арбитров в составе. Борис Семенов, Сергей Карл. Вся бригада – судейский комитет Российской коллегии арбитров. Thank you.
гольф номер 7. Thank you.
поддержку соперника Глюшкой, малым штрафом. На катере команды «Макс» первым бадом простите Вячеслав Бабанов, номер 19.
За задержку соперника Клюшка малым штрафом наказывал команду «Ленинсон» Максим Муса, номер 74. Хоккейная команда «Сантовый» Шумер Достойный.
Последняя минута второго периода. Назад. Ну так-то да. Весь покрытый землей, абсолютно весь, остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь, там живут несчастные люди, дикари, а на лицо ужасные добрые. Адольф, покури, дорогой! Где зубов добро, а когда на поляну трогу, за зубовочку снизу. Диман, пивка принеси! Напевали странные слова, а она все равно, а она все равно.
за этого игрока, не владеющего шайбой. Малым штрафом наказан игрок команды Сенцова Дмитрий Адулов, номер 9. Сейчас еще один за пивом поедет. Дай бог, сказал господин Адур. Сегодня встретится проблема крупная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета. За нарушение численного состава команда «Макс» наказывается малым штрафом. Передачи Андрея Грачева, номер 2, Кирилла Струкова, номер 8, шайбу забросил Сергей Сидорский, номер 13. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, со спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, как подо льдом моря. Трутся об ось медведи, вертится земля.
хоккейная команда «Макс» играет в полном составе. Игрок команды «МХЛ» Павел Горохинский. Подойдите, пожалуйста, к судейскому столику. За нарушение численного состава команда «Макс» наказывается малым штрафом. Уважаемые болельщики, по регламенту соревнований последние две минуты третьего периода играются в формате чистого времени.
передачей Евгения Финка, номер 27. Шайбу забросил Михаил Зорин. Со счетом 5-3 победа одержал хоккейный клуб «Сенцова». Уважаемые болельщики, оргкомитет турнира определил лучших игроков сегодняшней встречи. Ими стали в составе хоккейного клуба «Макс» единогласным решением судейской коллегии лучшим игроком признан автор дубля Михаил Зорин, номер 24. В составе хоккейного клуба «Сенцова» единогласным решением судейской коллегии лучшим игроком признан автор трех шайб Александр Губанов, номер 17. Ва! Дорогие друзья, мы благодарим команду «Макс» и команду «Сенцова» за интереснейший хоккей, который они показали сегодня. Поздравляем хоккейный клуб «Сенцова» с тяжелой победой. А следующий на нашу ледовую арену выйдут команды дивизиона «Старт». Хоккейный клуб «Липец», хоккейный клуб «Лес» и команда «Деловая Россия».